Мы находимся на выставке MAPIC Russia 2020, продолжаем общаться с нашими гостями. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что вас привело на выставку, чем вы занимаетесь и в целом ваши впечатления о выставке. Да, добрый день, меня зовут Василий Рыжонков, я основатель и генеральный директор компании Arena Space. Мы здесь присутствуем для того, чтобы расширять нашу сеть партнеров среди ТРЦ, среди инвесторов, среди потенциальных франчайзи, которым мы продаем наш продукт. Что мы делаем? Мы развиваем сеть парков виртуальной реальности. Это новый формат развлечений, который занимает от 500 до 3000 метров квадратных и соединяет в себе онлайн и офлайн развлечения в одном флаконе. Ну и, в общем-то, мы уникальны тем, что мы первые на рынок привели формат VR-парков, который сейчас успешно развивается. У нас есть флагманские точки, растущая франшизная сеть. И мы ждем наших партнеров, которые смогут помочь нам открыть эти точки не только в Москве, но еще и в городах-миллионниках России. Василий, спасибо большое за ваш ответ. Мы желаем вам успехов. С вами retail.ru. Оставайтесь с нами.